Тут полным ходом уже идет подготовочка к девичнику. Решила собрать вот такой образ. Взяла жакет свой из Зарины, новый, ни разу еще не надевала. И платье из Зары, такое на лямочках. Думаю, что надеть на ноги, собственно, сюда. Мне кажется, наверное, это будет что-то либо кроссовки, либо какой-то на плоском ходу, что-то более закрытое, потому что у нас 15 градусов, и будет достаточно холодно. Всем большой привет! У нас сегодня новый день, новый влог. Я думаю, как по названию вы уже поняли, что влог будет про девичник. А именно мы сегодня будем устраивать сюрприз на девичник нашей подруги. У ребят, наших друзей будет свадьба на этих выходных, поэтому у нас мальчишник уже прошел, остался девичник. Вот, что будет? Сейчас я поеду за подругой, за одной из, ее заберу, и мы поедем за нашей второй подругой, я вам все покажу. Вот, и мы вместе поедем за бенто-тортиком. Мы решили таким интересным образом попрощаться с фамилией, немножко нестандартным. Точнее, я не знаю, не видела такой метод у кого-то еще, просто мне пришло в голову, подумала, будет, наверное, прикольно. Бенто-тортик, ну, я думаю, понимаете, что это такое. Знаете, это такая какая-то формочка, ее разбивают молотком, и типа там фамилия уже мужа внутри. Ну ладно, неважно. Ну, жениха, мужа. Вот. Запыхалась, говорю быстро, потому что собираюсь, надо все успеть, ничего не забыть. Не могу погладить свою футболку, потому что у меня, блин, сломался нафиг утюг. У меня сломался робот-пылесос, вот лежит, даже без зарядки, потому что он просто не заряжается. Я не знаю, в чем дело. Саша прилетит, будем разбираться. Что еще? Пока что мы такие в более свободном стиле, потому что первым делом у нас сначала будет такой формат спа, а уже наряжаться красиво мы будем вечером. Что, все, короче, я побежала, тороплюсь. Девчонки идут. Шарами! Мы забрали тортик. Ой, какой милый, да, это? Да, и молоточек такой классненький. Да, маленький, по-моему. Я думала, будет большой. Что говоришь, что мы в своих голубых на машинах катались? Вот он, твой звездный час, Лидюша. Я уже была на YouTube. Кстати, а вы были вообще тут? Да, я была, когда он был длинный. А я, по-моему, не была. И мы жили тоже в этом песочку, в домике. Очень вкусно пахнет, соснами. Не знаю, я 2 дня была на даче, и там тоже пахнет. Там просто вкусно пахнет. Вкусно-вкусно пахло. Хорошо, на даче потусим. Да, Санёк, вообще, вот я говорю, дача, конечно. Господи, огурцы собирал. Ты их высокий. Дом есть, прикольные. Вообще. А это вот купола, это есть ресторан? Нет, в котором мы будем. Вот в таком куполе. Вот, а, вы жили в таком. В осенью, в ноябре, Саша. Всё. Там было прохладно, но кайфово все равно. Ой, блин, тут мило прям вообще. Всем советую. Вау. Времяпрепровождения, хоть на выходной. Вот, съездить, да? А мне нравится такой на Алтае, я бы попробовала. Телек, маленькая кухня, вообще прикольно. Миленький. Так, и чё, а наше шале где? Блин, уютно, да? Ехать, правда, долго. Ну, плюс-минус. За веселыми разговорами. Да, вон. У Алисы важное задание, чтобы не растаял наш тортик. Он из шоколада. Это будет максимальный кринж, если мы не сможем его нормально разбить. Так, и чё? Ну, я думаю, о! О! Хорошее местечко. О! Блин, прикольно. Классно на дороге. Я думаю, что это такое? А это маленькие зайчики. Боже мой. Боже, их 3. Как нам ехать? Да, они играют, зайчики. Блин, страшно. Давайте объедем. Алиса. Вообще класс. Думает. Я люблю животных. А вы с чем? Блин, как будто игрушечный, да? Угу. Рыжие, только что дрались. Смешно так.
смотрела, повернуть направо, потом, по-моему, налево, да? Так, мы вот съехали. Да, съехали вот сюда направо. Вот, значит, нам налево, да? Вот, если мы от этого медцентра съехали. По этой дороге съехали. Вот так. Да, правильно, вот туда показывают. Да, сорян. Едем. Едем. Я вчера была на фотосессии, и мне подружка говорит, ложись типа в траву. Я говорю, сомнительно, но окей. Типа, а что остается? Поэтому да. Ну вот, да, тут какой-то паркинг. Паркинг. Слушайте, а вот домики какие-то пошли. Ну нам дальше паркинг. Нам налево, да? А направо, я думаю, мы просто... Да, не туда. Кристина вообще... Нет, если вас это смущает. Когда мы были, они, короче, строили еще. А, это эти как они называются? Кто? Афреймы. Домик там. Афреймы? У меня такой лучок сегодня, да? Мне нравится. Такой осенний. Нюдовый. У меня летний. Да, я тоже розовенькая вся. Я под стиль, между прочим. У меня пижама черная. Наша Салем, номер 9. А, какой милый. Это кто? Олень? О, мне нравится наша зона, только листочки. Блин, уже листочки такие, да? Осенние. Блин, классно вообще просто. А подождите, а почему они сказали, что у нас вид не на лес? Мне кажется, у нас максимальный вид на лес. Так, вау, а что так мило? Очень, мне очень нравится. Тапочки имеются. Что, Тиффани? Что-то надо разуться, да, наверное? Да. Я пожалуй. Так, у нас есть холодильник, это хорошо, потому что наш бенто-тортик будет жив. Плита. Приборы все необходимые. Это же гардеробная. А где? О, утюг, это очень хорошо. Как свет включается? А как свет включается? Да, вот отлично. У меня все как из шума. Вот вам вода, знаете. Вот они красивые бокалы. Бокалы? Ну, я еще там не была. Так, вот комната. Милый шкафчик. Ну, вообще, мне все нравится. Кровати, кстати, по-моему, большие, да? Панорамное окно. Прелестно. Блин, мне прям нравится. Просто бомбау. А можно я займу эту комнату? Блин, мне нравится. Так, идем дальше. Вторая комната аналогичная. Милый столик. Тут так свежо, блин, вообще супер. А тут есть? Тут тоже столик есть. Так, что у нас дальше? Как вы там заходите? Второй этаж, пожалуйста, проходите. Проходите, гости дорогие. А у нас там сколько комнат? Одна. Так, ща. Мне тут тоже нравится. Супер. Круто. Теплых снов. Ой, а тут как-то не сильно безопасно. Вот так. Хоба. И вышел. Но зато очень уютно. Класс. Нет еще. Сейчас пойду. Так, все, наша задача сейчас навести здесь порядок в плане декора. И все красиво развесить. Вы придумали, куда мы будем все это делать? Весь наш декор. Я еще не думала. Слушайте, шкафы проверили такие. Слушайте, ну вообще, так, в этой зоне, да? Вот это я понимаю, фэшн. Особенно вот это. Да, да, да. Просто приехали пораньше, чтобы навести декор. Да. Блин, как круто, листья падают. Нет, ничего страшного. Я лежу. Девочки фоткаются.
приехали пораньше. Вау. Блин, мне прям, я прям вообще кайфую от этих листьев. Я, честно, так ждала уже осень. Или зрители разговаривают. Или с вами. Так, надо как-то, знаешь, да вот ты шевелись вот. Чё мы шашлындос не купили? Смотрите, какой олень. Это олень? А кто бы нас жарил? Или ось? Пойдемте возьмем. Откроем нам точилу. Поехали. Вы в прямом эфире. Hello. Вы тоже в поход. Да. Катя, ты такая, как зефирка прям. Вся в... Да, да, да. А, это все? А, надо машину закрыть. Что делать будем? Давайте украшать. Погнали. Так, это наша атрибутика. Можно это делать вам. Мне очень нравятся эти носки. Клевые. Это у нас будет кольцо, да? Да. Надувать мы будем. Интересно. Должен. Дождик. А дождик у нас серый, да? Я подумала, мы все в розовом. Ну, не-не-не, да. А это что? Это шарик еще. Тут есть шарик и есть надпись Мэри. А это еще атрибутика нашего вечера. Так, не про это выйдет. Не залазит? А ты куда его двигаешь? А я думала вдоль стекла. Я типа хотела, смотри, ну это не факт еще. Я думала диван вот этот переместить сюда, а вот эту часть сделать декор. А, так? Ну я так подумала. Алис? А, да, иди сюда, нам нужен третий человек. Нам уже третья голова. Я твою жилетку вешу. Мило. А у нас еще такой же, только большой, да, есть? Перестановочка. Короче. Блин, я думала, шаров будет у нас побольше, да? Ну... А, кстати, история, да, мы заказали шары, оплатили, звоним в 9 утра, а нам говорят, ой, а мы забыли, извините, у нас так вышло, хотя мы у этих ребят постоянно берем все, нам очень нравится. Погнали? Hello. Hello. А, у нас еще один, да? А, ну да, один как-то есть даже, да? Тут лента есть, вообще. А нам можно это отнести? Вот это ноу-хау. Подождите, а мы можем от лампочки до лампочки, чтобы максимально было безопасно для дома. Между собой, да, их склеить? Я думала, что, слушай, на почту у нас залепим, потому что... Отвалится? Отвалится? Не, это нормально. Во, вот так, мне кажется. Да? Да-да-да. По вот этой линии, да? Да. Чё, к дереву? Подождите. Вот так, как тут плотненько. Ну, да, да. А нам хватит этого расстояния? Или все-таки мы возьмем, как я говорила, полметра вправо, полметра влево? Смотри, ну кто-то стоит, вот так вокруг все там. У нас шесть. Так. Мы пытаемся выложить надпись. Ready to write, right? Это что-то буква. G? Это G, да? Нет. Это... Это D, Брайт, да? Это D, похоже. А их как-то связывать еще где-то можно? Вон, да, видишь? Веревка. Короче, мы разобрались. Вот, Брайт to be. Йо-хо! D. Короче, их надо тут все посвязывать. Сейчас мы надуем, и будет надо... понятней. Ты сбиваешься, почему? Сейчас заклеим. Такая миленькая у нас получается красота. Короче, вот такая система. Нужно трубочкой проткнуть. Да, система ниппель. Проткнуть отверстие. Это мы насос купили сами, он не входил. Это мы придумали трубочку, насос воткнуть. Инженер Кристина Рыбакова. Да. Это Ай. Красиво получается, мне нравится. Мне процесс нравится. Да? Мне вообще такое нравится, знаете, правильно. Вау.
А мне еще нравится розовый. Он такой не... Вот я просто подумала, что... Красивый. Я это розовое дождь. Золото, мне кажется, если нет? Дождь, да, если бы дождь еще был, да. Ну вот так, миленькая, у нас получается. Нам осталось 2B. Я думаю, мы, наверное, сделаем тут чуть пониже. Ну вот такая у нас получилась милота. Мы решили, что это кольцо мы будем взять в руке, когда будем фоткаться. А 2B посмотрим, потому что что-то некрасиво оно висело. Господи, как это обосраться? Вот такой мы заказали. А, и мы уже его показывали. Да, забыла. Да, мы его в холодильник складывали, чтобы он нас не растаял. Я думаю, как раз окич. Можно как бы каждому вот так поставить или вот, ну, не знаю. Не знаю, смотри, можно пока вместе, да? Вот так вот красиво, да. Сядь. На шишки похоже, нормально. Да, да, как будто лесной вайб. Крафт. Вайб. Ой, мне нравится. Вообще. Мне нравится то, что это все в одном стиле. И руками все сделано. Я люблю, когда сами, ну, кроме торта. Девочки немного опаздывают, мы решили пока сходить пообедать. Я так понимаю, что мы будем вот в этих куполах вечером. А мы идем в ресторан, да, вот этот? Да, наверное. Да, да, да. Блин, погода вообще кайф, так пахнет вкусно. На втором этаже завтрак, скорее всего, будет. Да? А мы там кушаем. Да, красиво. О, это еще вечером фонарики вот эти будут светиться. Обожаю такое. Какой мы бронировали? По счету? А я не помню, какая у нас цифра. Слушайте, а возможно у нас этот 7-й? Ну, весь наш 6. Потому что нас много. Ну, 6. Не знаю, кстати. Ну, узнаем. Ладно, они все красивые. Ладно, пойдемте кушать. Вот, девушка. Да. Рысик, это ты? Да. Какой красивый. У меня тоже аллергия, но я компанию. Мы с девочками заказали покушать. Я взяла борщ. Очень вкусно. На морсике. У Кати очень, я думаю, вкусно, по крайней мере, выглядит вкусно, цезарь и паста курица с грибами. А Алиса на диете. Да. Вот Алисе принесли это карбонара. И мое, вообще, мне кажется, самое любимое блюдо в жизни – это драники с рыбой. Yes? Все, приятного всем аппетита! Барабанная дробь. Да, сейчас просто такой маленькое пиво, все. Вау! Вау! Чистый размерчик, да? Наш. Ура! И мы должны быть готовы, да? Прикольно, что же такая осень? Да, мы в халатах. Красивые. Все гномики твои? Гномики это мы. Гномики? Это мы такие милые гномики, да. Белоснежка и 5 гномов. Сесть. Там еще один маленький. Это малыш там как раз. Почему? Вторая, не знаю, надо посмотреть. А на них вон, вон первая, вон там, наверное. Ага, нам так надо зайти, я так понимаю, с той стороны. Ой, давайте тоже светом. Ну, хотелось бы со светом. Ой, как миленько, тут вообще супер. Справляемся. А! Ух ты! Опа! Да будет свет. Как это не влезет? А, ну мы еще попросим по стулу, да? Здравствуйте. Вот, вот, все, я готов. Погнали. Давай, Кирилл, не хочет спать. Прощайся с людьми. Нет, почему? Давай, Кирилл.
Вот я осталась все-таки за публикой. Зато смотри, сколько кадров. Поинтенсивнее, поинтенсивнее. Что там? Что? Какая там фамилия? А ты доставай. Непонятно. Не знаю, за кузом. Что там? Что за мужчина? Покажите.